Калининская область. Специализированное предприятие приозерного отделения сельхозтехника. В его мастерских ведется капитальный ремонт тракторов Т-40. Здесь все ремонтные работы поставлены на поток. И каждый рабочий на сборке отвечает за определенную операцию. Около 700 тракторов сходят ежегодно с конвейера. И на каждый на них предприятие дает годичную гарантию. Во втором году пятилетки коллектив отделения обязался увеличить количество отремонтированных машин.